Ого-го! А вот лопатка такая. А сюда что ж не течет? Вот. Она пойдет, сейчас она на пол. Вот лопатка. Я ее, да, вот ищу ее. Че? Чего? А, вон, смотри, папа сейчас будет делать. Прям река, река. Вот здесь не уходит она. Ну дай папу. Он что, кто нет, а вот смотри, уйдет. Ой, она может сейчас брызнуть. Левчик, встань вон туда, к тележке. А что же там за пробка образовалась? Пошла, да? Да, какая попалась, пиздец. Я забила дырку. Вот я про это. А как она может намотаться, если там один бетон? Нет, там резинка просто. А, ясно. Ну я ему палку сразу дал, сообразил, что там что-то. Я ж такой. Ну да, конечно, конечно. О, поперла. Вон тут вроде мог. Сейчас полнее будет, она будет лучше. Да. Скользи. Левчик, иди сюда ко мне. Иди сюда ко мне, встань, здесь хорошо видно. Вот здесь вот стой, смотри, здесь все видно. Вон, видишь, как она из трубы вылетает. Вот здесь стой, смотри, тут тенечек. Видишь, как папа старается, а дядя Руслан старается. Смотри.
Ну как, тебе видно? Ты не замерз? Нравится? Ну хорошо. А вон туда, вон, видишь, вон в тот угол плохо уходит. Вон там, видишь, мало бетона, да? Ой, Лёва, привет. Что, пожиже, может, сделай? А то густая пошла. Густая? Да. Немножко пожиже можно. Пожиже? Да. Фундамент длиною 17 метров, общая длина, вот три стороны, 17 метров, глубиной в среднем, наверное, метр до глины. Песочком засыпали, пролили, арматурку связали 14-ю, 4 линии, перевязанные этими вертикальными, полуобразными, из восьмерки, связующими. Арматуринами, связали именно проволокой, загнали под, не под фундамент, а к фундаменту концы, и обошелся весь бетон, 6 кубов ушло бетона, 18 200, из них доставка 2500. Я считаю, сколько стоит бетон. 2700 куб. А, 2700 куб? Русь, умножь 2700 на 6. Ну, все, прошли вибратором, все как положено.